23 декабря в зале администрации района состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы района Заура Хамирзова. В обсуждении вопросов, стоящих на повестке дня, приняли участие руководители ГИБДД, ДРСУ, Управления образования, а также главы сельских поселений. По первому вопросу с анализом аварийной обстановки по муниципальному району и обеспечения безопасности дорожного движения в Кашхабльском районе выступил начальник УГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске Азамат Курашинов. Для тех, кто период на территории Кашхабльского района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Глубокий анализ состояния аварийности, определение места, ДТП, времени и характера совершения дорожно-транспортных происшествий. Каждое дорожно-транспортное происшествие рассматривается индивидуально. Установлены следующие наследственные связи, в том числе сопутствующие дорожные условия, возникновение дорожно-транспортных происшествий, тяжких последствий. Указанный период организовано и проведено 64 информационно-правоведительных мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести. Далее о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, и подготовке к эксплуатации автомобильных дорог в зимний период доложил генеральный директор АО «Кашхабльский ДРСУ» Махмуд Хатков. В целях по повышению автоэксплуатационного состояния автодорог в 2020 году выполняют следующие работы. Содержание действующих сетей автодорог по следующим направлениям. Это ямочный ремонт асфальтобетонных и черно-гранитных покрытий с применением мелкогранитных асфальтобетонных смесей. Всего произведено на площади 3515 квадратных метров. На участках автодорог, не подлежащих ямочному ремонту, в связи с большим процентом разрушения покрытия, были выполнены равные числы из горящих асфальтобетонных смесей. А именно на дороге на Кубе, Сибайском часу и Качаев, 642 квадратных метров съезд, равное число 200 метров автодорога Игнатьевская-Новоковская, 200 метров автодорога Продельского-Дорога-Чехрак, равное число 200 метров. Группа Герухай, равное число 200 метров, подъезд Нарокова, подъезд АО-37, подъезд поселка Красномольский, подъезд Утрасвонный Труд, равное число, подъезд Красный Фарс, Докладчику было задано немало вопросов, касающихся содержания автомобильных дорог, особенно в зимнее время, и о планах по участию в нацпроектах. По третьему вопросу повестки дня об итогах исполнения программы по безопасности дорожного движения в муниципальном образовании на 2020 год выступили заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов и начальник управления образования Асиат Берзегова. По результатам текущего года были выполнены следующие мероприятия. Обустройство двух пешеходных переходов возле образовательных учреждений школы номер 9 в селе Вольное и детском садике номер 5 в ауле Бличепсин на общую сумму 400 тысяч рублей. В образовательных учреждениях проведены конкурсы «Безопасное колесо». На эти цели в 2020 году были выделены суммы в размере 12,5 тысяч рублей. В сельских поселениях в рамках программы приобретены и установлены баннеры по безопасности дорожного движения на общую сумму 10 тысяч рублей.
До конца года планируется выполнить мероприятие по подписке на 2021 год образовательными учреждениями на газету «Добрая дорога детства» на общую сумму 22 тысячи рублей. Также в 2021 году в рамках этой программы планируется обустроить 5 пешеходных переходов. У нас 3 на Вольном, 1 в Натырбово и 1 в Гличевсине. Это у нас в соответствии с ГОСТами, со светофорами Т7, то есть как положено. Также возле социальных всех учреждений. Эту работу мы сейчас уже даже с главами некоторыми проговорили. Мы ее начнем, не будем тянуть ее до конца года, как мы сделали в этом году. Мы ее, наверное, будем реализовывать сразу же там по окончании нового года. Январь-февраль месяц мы хотим эту работу начать и уже закончить весне, потому что это уже будет летний период, и надо будет к этой теме подработаться. В рамках реализации муниципальной программы были исполнены образовательными учреждениями все мероприятия в полном объеме. Добавлю только, что все образовательные учреждения подписались на газету «Добрая дорога детства» на сумму 22 тысячи рублей. На период с января по май месяц были закуплены светоотражающие жилеты для детей начальных классов в количестве 1550 на сумму 140 тысяч рублей. Дополнительно в сентябре месяце были закуплены 420 жилетов для первоклассников на сумму 85 тысяч рублей. Еще немного добавлю по автобусам. Подвоз производит 14 единиц школьных автобусов. Количество подвозимых детей 1130 детей, по заявлениям родителей, проживающих за километр и дальше от образовательных учреждений. Могу поделиться радостью, что 2 образовательных учреждения, это школа номер 5 и номер 6, получили новые автобусы. На сегодня все 14 единиц соответствуют требованиям. В 2022 году только вот исполняется 10 лет 5 автобусам. Вопрос на строгом контроле у главы района и главы республики. В завершении о проводимой работе с населением о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления, рассказали главы Кашхабльского и Дмитриевского сельских поселений.